Сельская дискотека в сельском клубе. Ну, все как обычно. Катушечный магнитофон. 10 девчонок, 9 ребят. Ребята обожрались самогоном. Кто-то вышел, упал в лужу. Где-то драка там по ножовщине. И, в общем, остался в клубе только один мужчина. Ну, значит, эти бабы-то смотрят на него и такие понять не могут. Одна осмелилась, подходит к нему и говорит: «Слушайте, мужчина, а вы что, не местный?» «Местный». «А что мы раньше вас не видели?» Он говорит: «А я сидел, блядь, 15 лет, вот только освободился». «А за что вы сидели?» Он говорит: «А жену я на куски разрубил, блядь, и растащил по мусорным бакам в черных пластиковых мешках». Ага, она возвращается к подругам и шушукаясь говорит: «Не жена».